Ладно, ребят, приветствуем, кто только подошел, и продолжаем Нио. Идем дальше по сюжету. Так, походу у нас будет что-то веселое сейчас. Виктор, а каких? Их нету, они все пройдены. Кроме сетевых, которые нужны. Да, прямо в гуще событий. Ну, вперед, валим. Так, да, она идет. Судя по этой заставке, есть маленькие предположения, кто у нас будет боссом. Надеюсь, что это неправда. Хотя, может и нет. Вперед. Ну, началась какая-то жесть. Мне это очень не нравится. Это, скорее всего, конец главы. Последнее задание в этой главе. Не, ну вдвоем мы, конечно, просто как шторм проходимся здесь. Так, наверху никого нету. Но его, скорее всего, надо уничтожить. Ну как? Надо скрыть у него. А нет. Чё за... Кто? А, блин. Да, тут жестко. Жаль, что пушка уничтожена. Мы спрыгнули. Ha!
нужно идти туда тенгу валить. В чем дело, концентрат? Что-то случилось? Фак. Давай, иди сюда, парень. Привет. Тенгу получилось еще лучше, чем я ожидал изначально. Блин, патронов не взял. Вставай! What the fuck? Это обычный моб? Ну, до свидания. И да, он был причиной этого осквернения. Да, это особый враг на карте. Ну ладно, как-то получилось еще лучше, чем ожидал. Он просто упал. Гост, значит, ты был на Якудзе, но не писал. Оп! Блин. Я отвлекся на чат, на комментарии, Госты. Ты во всем виноват, из-за тебя я упал, не посмотрел под ноги. Патроны взять. Так, стоп. Патроны. Отлично. Да блин, я думал, успею сейчас его ударить быстро и потом завалю второго. Увы, нет. Стрелок. Ну, ублюдок, ну ты попал. Тян, отойди. И на кристалл попал. Блин. Давай, стреляй, падла.
Ой! Что? Оно еще бьет меня обратно? Понятно. У него есть определенный момент. Отлично. Земля дрожит, да я чувствую. Нигим пад завибрировал. Погнали дальше. О, а вот и хозяин этого сквернила. Ой, какой ты злой. Да блин, ну откуда еще ты взялся? Есть. Молодец, Тян. Сейчас, быстро дай мне секунду. Отлично. Нет, это не хозяин этого осквернения. Походу кристалл. Ой, блин, дед. Нет. А, вон он, сволочь. Как ты посмел вот так подло спрятаться? Нет, самый кристалл. Есть. Как ты ж... подловил. Ссаный капа. Вот самый сложный противник, это капа. Флейм, да. У нас весело тут. Однако Капа смог завалить нефтянок на изи. Агрессивная хватит. Блин. Ты издеваешься надо мной?
Я не мог его достать оттуда. Там застрял в текстуре. Да, блин. Дай мне прицелиться. Серьезно, слишком далеко. Так, стрим упал. Класс. Так, стрим вернулся. Хорошо. Вовремя все упало. Так, ладно, погнали дальше. Нужно прорваться здесь. Патроны не взял. Вы издеваетесь? Один справа, другой слева. Привет, Тифол. Нужно деда завалить. Отсюда не получится тоже. Опа. Надо сначала вернуться.
Жаль, через стену нельзя его зацепить. Раз. Два. И три. Погнали. Изи.
Так, окей, я так и думал, что он будет боссом. Но что-то он оказался не таким жестким, как я предполагал. Хотя хороший. Но это так было. Разминка. Посмотрим, что будете себя представлять непосредственно сам босс. Вот мне кажется, что тут может быть дальше что-то жесткое. И большое. Ой. Вот так. Вы чё? Мне вот это бить? Да. Ну, ребят, файт, ну чё? Ну, нормально. Па. Еще в одиночку такого. Хорош, попал. Ну нормально. Блин. Анимация слишком долго, чтобы подобрать. Ну, посмотрим, как его будем бить. До этого у нас был один большой босс, который... Вроде бы поначалу такой, ой, сейчас жопа будет, а потом, да фигня. Ух, блин. Это было близко. Это мое исцеление, я думаю, это было пристало. О, хорош! Тихо. Да, блин.
смотри, что делаем. Есть. Ну-ка. Веселый уровень, конечно. Мне нравится. Ой! Не, ну уровень веселый, да. Просто что-то пошло не по плану. Босс вертолет. Ну тут вряд ли, но вот видите, я не удивлюсь, если он будет. Трейлер я видел, кое-какой интересный босс. Не буду спойлерить, вам понравится. Фак. Еще пару секунд и да. Спасибо. Нет. Блин, я его не вижу. Он где-то тут должен быть. Сюда тоже не видно. А, вон он. Ну, по идее, сверху надо. Отсюда он не попадает в поле зрения. Где же?
серьезно. Нет, отсюда прыгать не стоит. Ну, блин, тут только он зачищен. Оп. Отсюда не зацепить никак. Там он спрятался как раз таки хорошо. Блин. Валим! Короче, вот так тоже сойдет. Погнали, помочь. Тут у нас серьезная дичь. Нет, тут лучше вот так сделать. Котик, красавец. Что это там за хрень? А, понятно. Мне показалось какой-то слизь. Блин, этот чувак, он довольно живучий, я помню. Давайте попробуем, но я не уверен. А куда? А, это же первый босс. Ты куда свалил, эй? Алло. Thank you.
А, понятно, он не может выходить из своей области. Это не проблема. Разозлился. Я не вижу, вы тут вообще, он меня ссать. Ну, это было очень быстро и легко на самом деле. Он загнал меня в этот угол, и я ничего не видел. Активировал режим демона. Да твою же! Хотят двигать головой. Эй, достаточно даже. Ну да, Виктор, ею лучше всего быстро завалить. Так, я вот что-то не понял, что у нас тут? Тут тупик типа будет? А нет, тут мы идем к... Ай! Угу. Знаете, не будем спешить. Да, вон там еще кристаллы есть. Скорее всего, эти кристаллы как-то его ослабевают этого огромного монстра. Стоп, я вернулся, мне кажется, в начале. Да. Ой, блин! Разбился на смерть. Бывает, с кем не бывает. Ну, к счастью, я там быстрый переход открыл, поэтому я просто так сделал. Опа. Не особо удобно сражаться с этими чуваками. Ха-ха.
Вы издеваетесь? Мне придется драться вот с этой тварью. Может, не надо? Вот с кем, вот с ней не хочу драться. Это просто обычное качество. Ну, файту чё. Хочешь, не хочешь, но надо. Хотя я могу в неё пострелять отсюда. Стоять. Ну вот же. Я затарился. Даже знаю, что меня там ждет. Сразу туда брошусь. Буду отвлекаться на мелочи. Так, все. Ну, погнали. И на месте не прыгать. Стоп, у меня еще лук есть, кстати. Конечно. У меня есть стрелы. Половинчик, почему? Нормально. Попали. Пару раз. Дело в том, что она быстро уходит в сторону. Так, ну все, все.
шпагу. Ах ты ж ублюдок. Да ты... Блин, даже автоидимом она не может попасть. Мангуст, конечно, веселая тварь, или что он такое. Кстати, а тут у нас что? Закрыто с другой стороны. Так, стоп, надо патроны взять. Вроде бы закупился всего. Харек. Окей. Вроде бы это вообще ласка. Так, на мелочь не отвлекаемся, сразу туда. Блин.
почему ты до сюда дошел? Бывает. Сейчас я их уведу подальше. Так, ну начнем. Раз. Хотя лучше это на пробу поставить. Сначала начнем с мушкеты. Стой. Дальше лук. Меня еще не заметил. Блин. Thank you.
чё, валит дерево? Просто подобрать его. Думал, можно дерево обвалить как-нибудь. Надо себе такого завести. Хорошая идея. Ой, сейчас еще тут умереть надо. Да ты издеваешься? Так, закупился всем. Отлично. Так, тогда маленький перерыв. Я вернусь.